18 сентября день единого голосования. Я обязательно пойду отдать свой голос, потому что для меня не безразлично, кто придет в Государственную Думу и в муниципальные депутаты, которые будут в конечном итоге решать огромные проблемы и в нашей стране, и в муниципалитетах. Поэтому я призываю вас всех обязательно пойти и отдать свой голос за достойных людей, которые будут принимать нормальные законы, которые будут влиять на жизнь и нашей страны, и муниципалитетов. 18 сентября 2016 года выборы депутатов Государственной Думы, депутатов законодательных органов и высших должностных лиц субъектов Российской Федерации, депутатов представительных органов и глав муниципальных образований. Я выбираю будущее.